без 4 минут 10. Мокро как-то. Но полчаса тенниса забойной игрули. И пустой корт, естественно, в 10 вечера. Кто играет в 10 вечера? А спокойной ночи. Увидимся в субботу. Дикие выходные приближаются. Так смешно. Ахаха, видно, значит, ахаха. Сосредоточься, нам еще вон ехать и ехать. У него два знака номерные. У него два знака. Он таксист, да. Если вдруг кто-то моргает, это значит, срочно вот этот оранжевый. Срочно вызывать полицию. Там сам где-то на Дандасе, в Торонто. Мы едем встречаться. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Парам-парам, парам-парам. 8:45, мы скоро на 7 утра будем ходить, стричься. Ха! I'm dreaming. No, I'm living in my dream. Суббота. Я уже 8,5 километров сделал. Велосипед. А чё же вдруг я взял и остановился прямо возле озера? Насладиться водичкой? Так она ж по всей дороге. Нет. Я решил своих взять с собой. Но понимаю, что 37 километров со старту не все вытянут. И велосипеды скупать не стоит. Я нашел место, где можно припарковаться. Тут у нас парковка. И там же есть арендные велосипеды. Вот их они должны были взять в аренду минуты так 10 назад. Теперь сижу, наслаждаюсь озером. 2000 years later. А, там оказалось не было рабочих великов. И тут должны быть уже электрические вон какие-то. Но электрические нам не нужны. Мы за спорт, за жесткий и справедливый. Сейчас как разберутся, сейчас как наберут. Мы как поедем, уверен, километров 5 вдоль берега. И все. Ладно, банда в сборе. Ваши первые впечатления? Нас заставили, мы не хотели. Доехали, супер. Да? А что они там вообще себе думают, а? А что вы? А я все объясняю. Да? А чему вы же? Поехали, поехали все. Мы видели. А кстати, мы вот в этом доме смотрели квартиру, но из-за того, что рядом метро, нет, мы не взяли ее. А она с видом на озеро просто офигенная. И велики рядом есть. Ну, кстати, у нас под домом тоже велики есть. Жесть, мы выбрались с этого парада, блин. И да, так оно получше. И вид. Мы в Этобика. Home sweet home. Где-то мы были у ветряка. А где ветряк? Где-то там ветряк. Короче, где-то вот там этот парад долбанный идет. Это жесть. Нормально? О, сегодня шеф-повар Дмитрий. И у нас еще есть много всего. Да, Лиси? По-моему, у него лучше всех получается. Нет. А что здесь у тебя? Канада? А у меня мороженка. Обжоры.